Шуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Е-е-е. Кря. Братик, YouTube нормально не присылает оповещения, поэтому подпишись на рассылку ВК, чтоб тебе все доходило. Спасибо. Опять мой мир горит. В чем проблема? Я не понимаю, почему каждое начало мира это горение. Почему всегда что-то горит у меня, а? Почему? Я же добрый бог. Нет? Ладно, давай посмотрим, что будет. Создаем много людей. Создаем много эльфов. Создаем культ пельменей. Вышла новая часть этой игры. Вышла новая часть нашего симулятора бога. И в этой новой части появилось очень много всяких новых вещей. Во-первых, появилось новое оружие. Мы можем с тобой смотреть за лидером. У лидеров есть конкретные черты. Вот это, допустим, слабый лидер. То есть у каждого человека есть конкретные черты. Ну и не только человека. У него есть особые черты. У этого черт нету вообще никаких. Он вообще черт, без черт. Так, эти вот, допустим, у этих какой лидер? Ну-ка, давай. У этого лидера невесомый. Он летает. Тут, там, он улетит. А вот это что? Это, кстати, культ пельменей, мы с тобой это знаем. Регенерация. Вау, культ пельменей с регенерацией. Это будет жижа и ванчики. Синус. Их все будут ненавидеть. Это синус. Так, значит, плюс у нас с тобой появились новые вещи. Мы можем использовать на поселение вдохновения, и если оно не является столицей, оно отделится и создаст свое королевство. Также здесь есть какие-то поселения, которые будут мириться друг с другом. По-моему, здесь что-то типа союзов может быть. Так, у нас этот уже остановился, вулкан остановился. То есть у нас есть один вулкан, вокруг которого все собираются. У нас появились с тобой новые создания. Во-первых, это ожившие растения. Это энты. Вот если мы вот это вот сделаем. Ожили деревья. Смотри, они такие ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду. Ожившие дома. Домики деревянные убегают. Но пока что их мы использовать не будем. Это потом мы будем использовать, когда-нибудь посмотрим. Давай дадим немножечко вот этого. О, да. О, еще раз. О, да. Я хочу просто больше территории, чтобы было. Монета бесконечности стирает 50% существ. Идеальный баланс. Существ удали до 38. Мы уничтожили 38 существ и поделили всех на 2. В результате жижи стало 5, культ пельменей стало 7, иванчиков стало 9, синуса 12. И появились эльфы. Появились эльфы среди живых деревьев. А, или это не эльфы? По-моему, это культ пельмени, но я не уверен. Также у нас с тобой появились еще новые штуки. Во-первых, кровавый дождь восстанавливает жизни. Восстанавливает жизни. Я только что восстановил жизни деревьям при помощи крови. Как это работает? Благословение. Благослови существ, чтобы сделать их сильнее. Я благословил дерево. Я благословляю тебя, дерево. Все в порядке. Тут дерется орк и эльф, кстати говоря. Стоп, орк и эльф объединились, чтобы побить деревья. Эльфы не воюют с деревьями. Да, эльфы не воюют с деревьями, лол. Вот это, кстати, умно сделано. А вулкан продолжает жечь. Безумие. Обезумевшие существа начнут драться друг с другом. Чума. Эпидемия болезни. Божественный свет удаляет болезни, безумие и инфекции. Время. Ускорься. У бедных людей проблемы. У бедных людей проблемы с кем-то. К ним эльфы постоянно приходят. К ним постоянно приходит жижа. Так, как мы назовем это, кстати говоря? Это у нас будет жижа, это у нас будет с тобой пепяка. Пусть будет пепяка. У иванчиков уже мало людей. У иванчиков почти никого не осталось. Неужели это конец иванчиков? Неужели мы увидели конец иванчиков? Потому что иванчики очень близки к тому, чтобы исчезнуть. Очень близки к тому, чтобы исчезнуть. Синус разошелся на косинус. Жижа перешла на пепяку. Культ пельменей продолжает развиваться. Давай мы сначала сделаем вот что. Мы сделаем здесь новую землю. Мы сделаем здесь новую землю, которая будет соединена со всеми. И здесь дадим деревьев. И здесь дадим холмов. И здесь дадим гор. Во, идеально. И сразу сюда пошел культ пельменей, чтобы строиться. Правильное решение, культ пельменей. Я считаю это правильно. Так, и сразу сюда же мы дадим, наверное, кирпичей. Ловите кирпичей, пацаны. Кирпичей дали, железо дали. Отлично. Так, у нас с тобой уже пошло нечто. Иванчики, иванчики остались одни. Иванчики остались одни, блин. Блин, блядь бы. Иванчики, нет! Минус иванчики. Минус иванчики. Здесь когда-то жили великие люди. Иванчики. У них все было хорошо, пока все не стало антипиздато. И они умерли за наши грехи. Все, что от них осталось, это здание. И здание, безусловно, тоже рано или поздно сотрет ход времени. И о них забудут все. И даже пепяка. И даже косинус. Дадим же честь. Но когда-то, когда народ огня еще не развязал войну, иванчики строили себе маленький рай в
шалаше. Под шалашом я имею в виду остров. Они построили здесь себе жизнь. У них была мечта и гейзер, горячий источник. Благодаря нему Иванчики отправили откуда-то отсюда, после того, как они почти что умерли, отправили одного ребенка. Мать сказала: «Ребенок, я отправляю тебя туда!» И кинула его в море. Ребенок поплыл. Он плыл и плыл и плыл. Поплывал мимо жижи. Он проплывал дальше и дальше и дальше, пока его не привело сюда. И этот ребенок построил новый мир. Новый счастливый мир под названием... Он был очень счастливым парнем, но у него была очень херовая фантазия. Успехов тебе, малой! Успехов тебе! Жижа, вас тут не дофига, не? Нате вам кирпичей, нате нам вот этого вот. И деревья там сами как-нибудь добудьте. Нате вам гейзер, кстати говоря. И вам нате гейзер. И вам нате гейзер. И вам нате гейзер, и вам нате гейзер. Все нормально, всем дали гейзеры. На пипяку напали! На пипяку сейчас же напали косинус и синус. На пипяку напали косинус и синус. Прямо на прошлой смерти. На прошлой смерти наших Иванчиков построился косинус и синус, чтобы напомнить тебе о том, алгебра, сука, прямо на трупах Иванчиков, понимаешь? Как же тебе не стыдно-то, алгебра, бессовестная ж ты. Депрессия развивается, кстати говоря, депрессия развивается. И откуда-то, откуда ни возьмись, появляется новая земля. Пока что жижа строится быстрее всех. Алгебра, сука, так, у нас здесь еще Катангенс появился. Катангенс. Жижа построила себе новый город прямо на осколках прошлого города. А здесь их зовут старый, добрый, легендарный город Ивань-Ебань. Здесь у нас появилась пятерочка. Мир начинает обретаться, мир начинает развиваться. Уже некоторые территории начинают делиться. Уже начинается потихонечку война за территорию. Уже потихонечку начинаются битвы. А создадим здесь горы. И здесь мы с тобой построим остров зомби. Зомби там чилят, им хорошо. Пятерочка, зачем вы построились прямо под вулканом? Вы чё, дебилы что ли? Я не понимаю. А нет, смотри, он поплыл. Самый храбрый просто. Он подошел, поссал на вулкан и ушел обратно строить город. Он самый храбрый член культа пельменей. Более храбрых членов культа пельменей поискать надо. Тупо за вашу храбрость я дам вам больше деревьев. И снесу вам одно здание. Он просто взял его сюда, он подошел такой: «А! Вулкан, что ты мне сделаешь?» Подошел, поссал на вулкан и ушел обратно строить город. И остановился. Опять уничтожили! Опять уничтожили депрессию! Депрессии нету! Понимаешь, все! Они просто построили здесь вдвоем. После того, как убили депрессию. Наверное, это хорошо, я не знаю. Так, смотри, правую сторону полностью захватила территория алгебры. То есть алгебра, сука, синус, косинус и тангенс. Они построили здесь. Антидепрессанты и Зюзя построили справа. Зюзя очень хорошо плодится. Я не знаю, что они там делают, возможно, они бухают. Но они очень хорошо плодятся. Их уже 4. Их уже 4, они увидели здание и сломали одно здание. Пока что они живут в мире. Антидепрессанты и Зюзя пока что живут в мире. Культ пельменей развивается. Но у культа пельменей явно чего-то не хватает для счастья. Культу пельменей чего-то не хватает для счастья. Что вы хотите? Нате вам железо и нате вам, наверное, еще деревьев? Нет. У них чертов все больше и больше. Мудрый. Гений! Культ пельменей — это гении, пацаны! Теперь мы с тобой узнаем. Культ пельменей — это гении. Регенерация, гений и мудрый. Ну, весь в меня. Весь в меня, Андрей. Антидепрессанты пошли в атаку, его отправили прямо в озеро. Он продолжает игнорировать то, как его бьет куча людей. Напоминает меня на Новом году. Он решил убежать, но от него не отпускают. За ним все равно бегут. Его продолжают и бить, и бить, и бить. Его бьют 5 человек и все еще не могут убить. Уже хрен знает сколько. Они знают, что такое с антидепрессантом. Он получает леща, отправляется в море. После этого выплывает и снова получает поебалочку. Уходит, пошел немного поел, снова возвращается, чтобы снова его избили. Ему нравится, как его избивают. Я не понимаю этого. И никто из них не отвечает, но здание уничтожено. Это был конец антидепрессанта. Все, что осталось... Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто-то, короче говоря. И кто-то куда-то плывет. Кто-то куда-то плывет, и кто-то... Это один из антидепрессанта! Он попытался сбежать оттуда через все море. Культ племений сюда пришел. Они начали нападать на Зюзю. Они начали нападать на Зюзю прямо отсюда. То есть, вот они прям плывут через все море. Они плывут через все море, чтобы построить здесь... Пятерочку уничтожили. Прощай, пятерочка. Сюда почему-то люди приходят. Сюда приходит алгебра, чтобы ее убили.
Все, ее убили. Сейчас у нас будет внезапный тест. Я это люблю, я это уважаю. Кто сейчас переживет? Кого станет больше, останется много, тот, короче, заебищенский. Монета бесконечности! Кого у нас стало больше? Ой, я уничтожил один город. А нет, нормально. Мир называется мир крови, пацаны. Мир крови просто. Это мир подходит мне. Больше, короче говоря, по-любому алгебры. Поэтому давай дадим алгебре территорию. И здесь я дам деревьев. Пипец, они плодятся. Пипец, они плодятся, ля. Так, ну, ребят, ну это интегралы. Ну это явно интегралы. Их тоже никто не любит. Не, ладно, я люблю интегралы на самом деле. Хотя алгебре слишком хорошо, мне это не нравится. Вдруг косинусы осознали, что они не часть алгебры. И началось безумие. Все дерутся друг с другом. Все воюют. Все сошли с ума из-за того, что они все поняли, что алгебра это плохо. Алгебра это плохо. Они бьют друг друга. Кровь, кишки, анархия. Алгебра, сука, тангенсу говорит: ты тварь. А тангенс отвечает: нет, ты тварь. Куча людей дерутся друг с другом, они продолжают драться. Давай где-нибудь здесь начнем чуму. Началось немножечко чумы. Мы благословим вас. Благословление культу пельменей. Благословление культу пельменей. Благословление зомби. Блять! Я убил их. Я не знал, что благословление убивает зомби. Интеграла геометрия. Это у нас с тобой... Не, подожди, я не хочу вас. Я хочу, чтобы вы у нас были химией. Во-первых, вы химия, вас много. Здесь появился Менделеев. И после этого они такие: вдохновление! И они стали сами по себе. Химия отсоединилась от всех на свете. Химия отсоединилась от всех на свете, и химия стала сама по себе. А кто они? Что у них? Медленный. Ха, чума! Один глаз! Он выбрал, короче говоря, вилку в глаз, пацаны. Я дам сейчас химии благословение. Химия, хоть у вас и чума, но вы благословлены. Так, давай попробуем молнией ударить вулкан. А? 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 Как тебе идея? Давай молнией ударим вулкан. О! О! Как мило. Химию уже уничтожили. Так быстро? Что-то очень сильно уничтожает алгебру. Здесь была алгебра. Это чума! Это чума! Они умирают из-за чумы, скорее всего. Нет! Культ пельменей, не атакуйте их, они чумные. Культ пельменей, не надо. Но культ пельменей повел себя действительно мудро. Они подождали, пока уменьшится количество врагов, чтобы прийти сюда и уничтожить их. Big fucking brain. Интегралы живы. Интегралы не чумные, зато искалеченные. Хочу носки. Назову вас носки. Это носки. Их тебе подарила какая-то твоя подруга, которая не знала, что тебе подарить, поэтому подарила тебе носки. И за это ты ее люто, бесственно ненавидишь, но, по крайней мере, она тебе хоть что-то подарила, да? Так, вот вам леса, носки. Носки, вот вам леса. Так, хорошо. У носков есть леса. Прекрасно. Интегралы потихонечку развиваются. Вот эти парни, которые отделились от культа пельменей. Они отделились от культа пельменей, чтобы построить свою цивилизацию. Это у нас культ вареников. Посмотрим, кто победит. Культ вареников или культ пельменей? Пятерочка. Они написали ее неправильно, специально. Пятерочка 2. Культ вареников сразу исчез! Так, это у нас с тобой будет общага. Пельмени и общага, они вместе идут. Это у нас, короче, вот этот у нас задроты, это ботаники. И среди ботаников завелись носки. Я не знаю, как носки выживают вообще на самом деле, но носки выживают, они пытаются. У нас с тобой появилось ЧСВ. Ну и естественно, как подходит любому ЧСВ... ЧСВ быстро выросло. И после этого немедленно отделилось. Потому что ебал я вас в рот, я ЧСВ. Вот что делает ЧСВ. Дадим немножечко территории. Во. Я не знаю, что происходит с жижей такого, но жижа прям очень дурно себя чувствует. Давай добавим дракона. Где-то здесь у нас с тобой поселился дракон. Дракон сразу куда-то полетел. Дракон сразу полетел в Зюзю. Дракон прилетел в Зюзю. И начал здесь все крушить. Простите, Зюзя, я этого не хотел. Простите, Зюзя, это не я. Так, ну, Зюзя пришел кирдык. Зюзя пытается защищаться, но Зюзя только что снесли здание. Он уничтожил здание, прямо на зданиях заснул. Вот это неуважение, вот это дисреспект. Они продолжают драться, Зюзя так легко не сдается. Зюзя продолжает бороться, Зюзя пытается отбиться. Зюзя пытается прогнать дракона, говорит: дракон, пошел вон отсюда. Но он спит, он заснул здесь. И Зюзя поняла, что драться с ним не надо. Зюзя поняла, что дракона лучше не трогать. И поэтому они просто живут с драконом в мире. Но недолго. Они помирились с драконом. Зюзя, big fucking brain. У вас нету там мудрости, нет? Мудрый, ну так я же говорю мудрость. У них теперь есть домашний дракон. А. Ну, мир находился в мире, пока народ драконов не развязал войну. В чем его проблема? Почему он никуда не улетает? У Ашана 102!
культ пельменей, причем это главный город. Ну а Ашана уже 102. Так, давай же культу пельменей дадим больше земли. Но не просто так! Кстати говоря, ЧСВ убито. Какой-то ученый случайно создал яблоко. И это яблоко, как только ты его ешь, ты становишься зомбачевским. Я хочу как-нибудь, чтобы вы начали войну. Можно как-нибудь? Дракон прилетел в культ пельменей. Дракон прилетел в культ пельменей. Он уничтожил все там. Бедный Ашан. Переживет ли Ашан драконов? Сейчас мы с тобой это узнаем. Переживет ли Ашан драконов? Дракон очень активно их убивает. Ашановцы не понимают. Он уничтожил город культа пельменей уже. Только увернулся. Он убивает их, а они не понимают. У них нету луков. Но сейчас он, вот, его понемножку бьют. Его понемножку бьют. Искалеченный, ветеран, непреклонный, с регенерацией и бессмертный. У него есть регенерация. У дракона есть регенерация. Вот почему он такой жесткий. Нет, я не буду убирать, так нечестно. Пусть Ашан сам попробует с ним разобраться. Вот он присел, там-там-там, его ударили пару раз. И он снова бомбит. Дракон полетел дальше, дракон полетел к жиже. В жиже остался один человек. Один человек остался в жиже. Один дворф переплыл через все море, чтобы ударить этого дебильного дракона. Он полетел добивать Зюзю. Какого хрена, дракон, в чем твоя проблема? Зюзя погибла. Зюзя погибла. F. Один дворф остался здесь. Один. Он бегает и матерится. Он построил город. К нему прошли сразу. Ему сразу пришли культ пельменей. Сразу пришел культ пельменей. Набил ему хлебало. Мне кажется, это город культа пельменей. Они все захватили. Мне не нравится, что у них как-то все слишком хорошо. Вдруг на них снова напало безумие. У Ашана осталось 4 человека. Ты вообще когда-нибудь умрешь-то? Нет, там, Так, ладно, что там у нас на безумии происходит? Все уничтожены, просто все погибли. Все погибли, и как только новый город пытаются строить, его сразу ломают его же братья. И теперь здесь ходит огромная куча безумных людей, которые бьют всех, кого видят. Но мне напоминает нашу школу все больше и больше. Ну, мне кажется, этот мир имеет проблемы. Давай исправим их. Исправлю проблемы, как я умею. Кто выживет? Я кину еще раз. Выжил культ пельменей. Выжил культ пельменей и алгебра. И все. Культ пельменей выжил 4 щелчка Таноса. 4! Выжил культ пельменей и Тор. Это называется Тор. Выжил Тор и культ пельменей. На этом пока что все. Вот что произошло с этим миром. Этот мир был полон войны. Давай проверим последний раз. Щелчок. Остался только Тор. Глянь, сколько битв. Глянь, сколько потерь. Глянь, сколько смертей. И все ради чего? Ради одного вулкана. Теперь даже вулкана нет. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Увидимся с тобой уже в следующих сериях. Пока. До скорого. Удачи.